Всем привет, мы продолжаем проходить Diablo 3. Это четвертый акт, уже конец четвертого акта. Близится бой с самим Diablo. На мне какая-то странная маска. И модный зеленый шарфик. Так, поехали. Давай посмотрим, есть ли тут диалоги с кем-то. Я всегда слушаю диалоги. Диалогов нет. Потом посмотрим, что можно продать. Мертвецы. Неиссякаемый источник дохода. А ты парень с гнильцой, я посмотрю. Так. Ну. Ничего особо уже нечего продавать. Мам, нам уже можно поехать. Не с кем говорить. Потерпи чуть-чуть, малыш. Скоро поедем. Так, я остановился где? Около врат или... По-моему, я там, где врата, остановился. Да, куда-то сюда. А, да, собственно, вот нам сюда. Дух ангела теперь свободен. Пусть покоится в мире. Правильно говорит, с миром. Серебряный филь, уровень 2. Надеюсь, мы еще не опоздали. Свет небесный меркнет. Его поглощает скверна, которую распространяют Диабло и его демоны. Так, кто это? Дух. Ангирский совет. Не дух. Ничем не лучше великих воплощений зла. Мы жалкие пешки в жестокой игре бессмертных. Почему же ты решился... помогать худшему из зов. Декарт бы никогда такого не сказал. Это сказала курица. Мочи курицу. Слишком мало ненависти. Много ненависти. Я ненавижу всех. Хватает ненависти. Я вспоминаю, какие у меня навыки стоят. Вот это мощная штука. Куда? Еще один. Демоны больше не властны над вашими
слишком мало ненависти. Началось. В смысле, оно и не заканчивалось. Хватает ненависти. Для этого нужно больше ненависти. Что за балаган? Угомонитесь. Просто остановитесь. Они не сильные, но они очень жирные. То есть их очень долго убивать приходится. Только и всего. Посмотри на все эти разрушения. Если мы не остановим Диабло, то сто врагов убить. Отлично. Всегда мечтал. Хватает ненависти. Вас выдает страх. Легендарный, легендарный, плиз. Нет, вот стой. Все зря. Валите. Не, ну экспириенс там. Захлебнитесь кровью. Все выбесили. После того, как Инари обрел союзников, он выиграл священный камень мироздания, чтобы с его помощью сокрыть санктуарий, мир, который он создал. Многие ангелы и демоны нашли там свой новый дом, а некоторые из них и новую любовь. Так произошло и с Инари, и Элитом.
В результате подобных союзов на свет появились дети, которых затем назвали Нефалемами. Половину не расслышал. Так, я думаю, вот это крыло только осмотрели, там вообще ничего не было интересного. Что? Я покинул свой дом, но когда я вижу его таким, любая радость сменяется глубочайшей печалью. Наверх! Мы обязаны добраться до вершины. Сейчас доберемся. Камера не уезжает. Погоди, тут два моста разных. А, получили. Кого там призываете? Блин, призвали, вот гады. Что вы там делаете? Для этого нужно больше ненависти. Go!
нет ненависти. Для этого нужно больше ненависти. Собственно, Диабло, наверное, где-то тут. Я вижу, Нефалем, ты не внял моему предостережению. Или ты думаешь, что достаточно силен, чтобы сразиться со мной? А вот, если бы мне не надо было спешить, я бы, пожалуй, об этом подумал. Империи, это безумие! Хватит! Наш враг Диабло, да. А не Нефалемы. С тобой я тоже скоро разберусь, Тираэль. Да и я... Что это? Нет! Диабло добрался до арки! Ты бы еще подольше попиздел, блин. Диабло вытягивает энергию из кристальной арки. Вот почему ангелы пали. Если ее свет будет утерян для нас, мы должны остановить Диабло, пока это не произошло. Теперь нам даже ангелы не помогут, Тираэль. С твоей стороны было очень мудро отказаться от крыльев. Нам не пройти из-за скверны, которую наслал на это место Диабло. Отойдите. Свет Элдруина очистит наш путь. Пик. Ну чё? Чё ты там? Чё ты говорил там? Подраться хотел? Сейчас я тебя подпну и всё. О. Так, по традиции надо продать всё, что не нужно, починиться. Если да. Все пойдут воевать. Кто тогда будет снабжать солдат оружием и броней? Да-да, ты молодец, конечно.
Ой, извини. Извини, чувак. Не специально. Я не знаю, вот эти вот обучения, что-то там выковка всего чего-то там вообще мне не пригодилось ни разу, не знаю. У него же всякое дерьмо сплошное, ну реально. А вот обучение почему-то все заблокировано пока что у меня. На 55-м левеле будет доступно, а у меня какой? У меня 49-й. Нашему герою осталось последнее сражение. Да? Мы сможем отправиться домой. А помочь не хочешь? Ха! Как будто ему нужна моя помощь. Аж гоблин засмеялся. И кто это такой вообще? Ворота открыты, Нефалем. В этом последнем испытании никто не сможет помочь. А ты почему не сможешь мне помочь? Никогда даже помыслить не мог о том, что буду сражаться плечом к плечу с ангелом. А теперь я с трудом представляю, как справлюсь без тебя. Это было честью для меня. Но пришел час, для которого ты был рожден. Час победы человечества. Да? А почему так? Он не может мне помочь, я не понял. Ты сказал, много разговоров. Арка сердца небес. Расскажи мне о ней. Да, давай поговорим. Она старше, чем само время. Царство света возникло возле этой арки. Она пульсирует светом и звуком, которые питают самую основу Серебряного города. Это там рождаются ангелы? Да. Как отдельные голоса в огромном хоре, ангелы — воплощение внутренней гармонии арки. И самым полным воплощением этой гармонии были архангелы, мои собратья. Мне кажется, что гармония между ними была нарушена уже давно. Да, но надежда вернулась. И как любите говорить вы, смертные, это еще не конец. Я, правда, не понимаю вообще... Главный герой, он вообще ради чего сражается? Он типа говорит про какую-то месть. Но я вообще не понимаю его историю. То есть ради чего он все это делает? Откуда у него эта сила, к тому же? Боюсь, что если мы победим Диабло, невинная душа Ли умрет вместе с ним. Нет. Несмотря на все, что пришлось пережить Ли, она сильна. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ее душа покоилась в мире, что бы ни случилось. Ты прав. Лии были известны защитные заклинания Хородримов. Диабло завладел ее телом, но разум подчинить себе не сможет. Значит, много лет назад вы, Сауриэль, проголосовали против уничтожения человечества. Но кто голосовал за? Империй. Малтаэль воздержался. Но его голос приравняли к голосу за ваше уничтожение. Воздержался? Чего? Выходит, он струсил? Нет, он не трус. Среди нас он был воплощением мудрости, пока не исчез. С тех пор в Ангирском совете не прекращаются разногласия. Что стало с Малтаэлем? Давным-давно, когда Инари и его единомышленники украли камень мироздания, чтобы создать санктуарий, Малтаэль посвятил всего себя его поискам. Как воплощение мудрости, он не смог смириться с тем, что ему не удалось найти священный артефакт. И где он теперь? Говорят, он бродит по безмолвным залам Пандемони и ищет ответы на вечные вопросы жизни и смерти. Что ты имеешь в виду, когда называешь Диабло единым воплощением зла? Единое зло вмещает силу всех семи владык демонов в одном теле. Существует древняя легенда, известная лишь немногим, о великом драконе Тадхамете, который изначально воплощал собою зло. Его разорвал на части Ану во время жестокой битвы, и его останки образовали преисподнюю. А кто такой Ану? Тадхамет был абсолютным злом,
а Ану — абсолютным добром. Легенды гласят, что кристальная арка — это все, что от него осталось. Выходит, Диабло хочет возродить Тадхамета? В каком-то смысле — да. Такие легенды, типа... Какое-то там и... Добро сражалось со злом, и из добра получилась арка, из зла получилась преисподняя, а из этой арки получились ангелы. Чё? Не, ну ладно. Что было тогда до арки, блин? Где они вообще сражались, если все это было до сотворения мира? В пустоте? Жаль, что ты не можешь увидеть все моими глазами. А что ты видишь? Куда бы я ни посмотрела, кругом витает магическая энергия. В ярких воздушных сгустках ангельская. А в черных и тяжелых та, что призвана демонами. А чё, Диабло? Готовь жопу. Или нет? В смысле? А этот хрен мне зачем нужен, этот смеящийся? Зачем мне? На! Не, надо мочить эти ловушки, нет? Где он? Слишком мало ненависти. В смысле мало ненависти? У меня полно ненависти. Нарвался, блин, сам на атаку. Колупать потихонечку. Типа невидимость. Вообще тупые какие-то у меня умения под конец игры. Не особо. Смотрим,
Сможешь ли ты выжить в царстве ужаса? В смысле? В смысле? Какие-то нечестные эти ходы пошли. Типа, я так не могу победить, поэтому я отправлю тебя. Ты вернешься в свой мир. Сюда. Только если сможешь нас победить. Но до сих пор никому не удавалось выбраться из пучины собственного ужаса. Для этого нужно больше ненависти. Чувствуешь? Это твоя смерть приближается. Тебе не проснуться от этого кошмара. Какой страх? Ты о чем? Вообще это не Диабло, а тень Диабло, да? Твои нефалемские силы тебе не помогут, смертный. Очень, очень больно. А. Тебе не победить свой собственный страх. Эти пафосные злодеи. Твои нефалемские силы тебе не помогут, смертный. А, давай еще опять третью тень. Чувствуешь? Чувствую, насколько это скучный бой. Приближается. Слишком мало ненависти. Ты чувствуешь? Чувствуешь? Каково это? Знать, что ты подвел тех. Нет. Надо уничтожить этот отвратительный свет. Опять камера. Что ты хочешь сказать этим?
Воу. Это, наверное, было бы больно. Почти схватил. Получен единое зло. Серьезно, это все? И какое-то дерьмо повыпадало из него просто. Один легендарный предмет только. Колчан, блин. Вчера мне это колчан уже. Кольцо, ну ладно, два. Извините, я хотел бы другое сделать. Какая-то херня попадала. Колчан и кольцо у меня и так были легендарные. Причем это даже хуже, чем мое, походу.
очень воодушевляюще. Я не знал. Там, где другой уже свалился бы от усталости, ты продолжаешь идти вперед. И даже когда ситуация кажется безвыходной, ты все равно не теряешь решимости. Да-да, помолчи. Мы победили! Я в этом никогда не сомневался, друг мой. Ты истинный герой. Ты истинный Нефалем. Наконец-то владыка ужаса повержен. Да пребудут в мире все, кто пал жертвой его темных дел. Дела у прокурора такой тябло. Наконец-то все позади. В этой войне пало множество храбрецов. И благодаря нам их жертва не была напрасной. Ты-то что делал? Стоял там, мялся, блин. Все время. Оно того стоило. И синяки, и порезы, и храмовник, с которым нужно всем делиться. Шучу. В этом странстве я словно заново обрел семью. Я очень благодарен тебе за все. А теперь я все-таки заткнусь, пока самому от таких телячьих нежностей тошно не стало. Это было просто потрясающе. Невероятно. Ты величайший герой в истории этого мира. В Кингспорте все тебя услышат. Стоит мне только добраться туда. Тебя будут воспевать до конца времен. Да что там? Я могу начать прославлять тебя прямо сейчас, если хочешь. Давай. Поверить не могу, что ты сделал это. Линдон, ты плачешь? Нет, что ты? Это просто дождь. На небесах не бывает дождей. Бывают. Сейчас ведь есть? Не понял. Чё это он вдруг такой стал? Победа за нами. Диабло пал. И все зло исчезло вместе с ним. Пока существует преисподняя, зло не исчезнет. Время покажет. На первом. Так. Следующий акт. Ну что ж. Почему бы и нет? Приз получен. Победа ценой жертв. Каких жертв? А, Ли. Диабло был повержен. Казалось, наконец наступит мир. Но этому не бывать. Ибо сущность Диабло заточена в черном камне души. Я не могу уничтожить камень, но и не позволю злу остаться на небесах. Нужно скрыть камень, даже от ангелов. Ну ведь рано или поздно его кто-то найдет. Этого будет достаточно. Спасибо вам, Харадримы. Ваша служба окончена. И теперь вам надо... бежать. Малтаэль. Это тот, который был мудрым... Пал без вести.
Зачем? Остановит тебя. Никто не остановит смерть. Это типа DLC, акт 5, да? А вот если кровавые бы не было DLC, привели меня в то как бы игра закончилась? Где ангелы опустошают город. Они охотятся на его жителей, убивая всех и каждого. Но почему эта бойня преследует какую-то цель? Я выясню, что за ней стоит, и изгоню жнецов из Вестмарша, который когда-то был мне домом. Поручил мне найти тебя. Черный камень души у Малтаэля. Следуй за мной. В городе страдают люди. Я не могу их бросить. Но тебе надо встретиться с Тираэлем и решить, что делать дальше. Мы обязаны найти Малтаэля. Скажи ему, чтобы ждал меня в Вестмарше. Иди. Я передам его, клянусь. Я просто думаю, тут есть вообще хоть что-то нужное для меня? Или это так? Мы тут фигней маемся. Зачем сюда приходим?
убить мне их не проблема, но как бы оно того стоит. Нам сюда. А что слева? Курица. Слева тоже открывается ворот, конечно. Вопрос, что тут? Ответ тут нихера нет. Кто? Мои товары. Посмотришь? Да у тебя параша, как у всех. Что перестало пахнуть сточными водами. Как? Как что? Это конец света! Столько людей погибло! Повсюду свирепствуют жнецы! Выжившие есть? Генерал Торион защищал группу горожан, искавших спасения в старом Закоромском соборе. Но, скорее всего, сейчас они уже мертвы. Погоди! Ты же тот охотник на демонов, что спас Бастион. Я тот, кто убил Диабло, между прочим. Правда? Да, обещаю. Единое зло. Если вы не слышали о таком. Слушайте, тут нет сейва, случайно. Ну, типа, сейчас у меня произошел сейв, но... Не останавливайтесь! Кажется, мы от нее оторвались. Те, в ком течет кровь демонов, должны умереть. Она безумна? Это же были невинные люди. О, да что ты говоришь, блин? Когда их это останавливало? Хотел дойти до какого-то сейва, да. Телепорта. Или что-то такого, ну блин. Двор собора. В соборе хоть есть. Стой!
защитить церковь. Мы должны отбросить жнецов. Там бросим. Я стал сильнее. Огненная буря, обстрел, огненная буря. Пассивное умение, меткий стрелок. Вероятность критического удара увеличивается. Обстрел, огненная буря. Это должно быть годно, судя по описанию. О, это моя любимая. Я обожаю это. Вот ты где. Тираэль. Тираэль, почему армии Малтаэля атакуют город? Он питается смертью. Каждый раз, когда его жнец кого-то убивает, Малтаэль становится сильнее. И когда ты уничтожил единое зло, Малтаэль решил, что теперь самое время завершить вечное противостояние. Но люди не имеют отношения к этой войне. Мы потомки ангелов и демонов. Но Малтаэль видит в нас только зло. Церковь! Там внутри выжившие! Со мной! Собственно, сейчас войдем в собор, и я там прервусь прям сразу. Сразу предупреждаю, включайте следующее видео. Акарат проклял нас! Вот здесь. Все куда хуже, чем я ожидал. Что это за тварь? Да, тут скорее тут какой-то босс. Так что прервемся на этом моменте. Я думаю, у меня будет чекпоинт. Надеюсь. Какой-то чекпоинт будет. В общем, увидимся в следующем видео. Пока.